А судді та глядачі приміжку дослухаються до загрозливого ревіння мотору за лаштунками. Лоскотати усім нерви та ризикувати собою на екстремальній арені ось цього 11-річного хлопчика наполегливо відмовляла мама. Ну, мама взагалі їздить на тренування, на виступлення, оскільки, якщо вона туди їде, вона постійно бере з собою карвалол. От. Він же падає, він ні разу не заплакав. Трюк такой у него был. Он упал, он очень сильно повредил себе спину, в кровь разодрал ее, встал, поднялся и дальше откатал. Зараз Гордій намагається вгамувати тремтіння в колінах. Менше за все хлопчику хочеться, аби після його виступу мама нервувала. Давай договоримся, я за тебя болею, я тебя поддерживаю, очень хочу, чтобы у тебя все получилось блестяще. Ладно? Договорились? Да. Пообещай мне. Обещаю. Спасибо, ты настоящий. Привет. Здрасте. Давай знакомиться, как тебя зовут? Меня зовут Гордей, мне 11 лет, я из Донецка. Гордей. А что ты такой плечистый? Что там у тебя? Защита, небось? Да. Что ты нам сегодня продемонстрируешь? Я вам продемонстрирую стантрайтинг. Что? Стантрайтинг – фигурное катание на мотоцикле. Ого! 11 років. Дивовижно. У меня к тебе вопрос. Вот я не вижу, никто тебя сегодня не поддерживает. Оксана. Вижу, Оксана поддерживает. Зал поддерживает. Поддерживает зал? Мы скрещиваем за тебя пальцы, но все будет так, как ты выступишь. Ты это знаешь? Да. Настоящий мужчина. Давай, держись, парень.
Спасибо. Гордей. Слушай, а девушка у тебя есть? Нет. Прокатишь на мотоцикле? Ты набываешься? Конечно, такого спортсмена взять и упустить. Понимаешь, Гордей, тетя Слава 25 уроки въезда и половины того не имеешь, что ты показал. Это точно, это правда. Молодчина, умница, отличное выступление. Оксана, правда круто? Вот так вот. Что скажут дядечки? А что дядечки? Я на мотоцикле ездил в два раза. На мотоцикле с коляской. В коляске. Не в коляске. Гордей, не повіриш, но два раза майже чуть не розбився. Почему тверезий, нормальний, але я так боюсь мотоцикла, що реально. Я тобі кажу так однозначно, так що не переживай за мене. Спасибо. Так. По-моєму, запахло талантом. Гордей, ти крут. Спасибо. Да. Да. И... Да. Спасибо. Що, Слава, мотоциклісти діляться на тих, хто багато говорить і мало їздить, це типа ти. І на тих, хто мало говорить і багато їздить. Це Гордей. Ти розумієш? Ти знаєш, що ти настоящий мужчина. Ти пообіцяв і зробив. От горжусь тобою, Гордей. І наконец-то вижу твою улыбку. Це було потрясающе виступлення. Спасибо. Ти молодець. Дай 5. До встречи.